Биздин кафир коомдукта өзүнө каласында куруп Ордуаресте урушча өзүнө каласында куруп оогон аны калада көрүнүп тура бизге. Ошондо жашоолук эткен, өмүр сүргөн биздин Кумук элине арттагы шалкалы алымыздын хан шалкалыны абруусуна тиге чиңгенде шунда көрүнгөн. Тек совет үкүмөтү түшүп келип 30-жу жылдарда биздин о заманга коммунисттер шалкалыны абруусуна көп байлыгы да болмок керек деп айтып ошону бир тайпасы ошону казып карайык эмне бар экен ичинде деп келип ачып карап биз аттайында көрүп ошо күйдө кайтып тизмей кайтып ерине ошо коюп койгон ошо сыяктуу ушу чөккөн күйдө о замандан бери күнөөнү алла кечкир Мухаммад Анип менен сау замана көп келдилер ошону келип мында да карап ошону жаңыдан восстановить этти кабырын деп көп каст эттик ошо этилмеген күйдө калындагы али эле ошолой бара ушу эртеде кафир коому юрт терен тарыхый улаң юрт мына тезки замандарда 6000-7000 жылдар ал жакта бар 400 деген жердеги кабырларыбызда адамманы өлгөн заманда ушу анасынын курсагында турган замана эми ушу бүгүлөнгөн күйдө курсагындагы замана эми бүгүлөнгөн күйдө көмүр болгон деген жыраулар бар ошону алимдер Магомедов келип ушу кабырдан табылган аны актарып зат этип ушу действительно ошолой көмүрү болгон деген жыраулары бар кабарлары бар ондон кайрда шунда ушу Ташрыбет деген арканы бир аз ары барганда бир улуу ташны арасында ушундай бир адам чыгып булар эми тешик бар алар бизде элия тешик дейт тезки замандарда ушу улуу болуп чагылуу болуп өлмө заманы жетишкен адамдарны жаштары жада юук адамы бир четеңеде салып аркасына көтөрүп алып барып ошо тешиктен ошо тешиктин ыйына табып чыккан жер деген жерден таштай болгон деп айтат түпкө багып көммөй болгон көмүлмөгөн замандарда адамдар ушу ярдан ата болгон сүйөктү ура сау адам ошону таштай болгон жалдар ашай болгон деп деген жыраулар да бар ушуларды кертирген узукта бүгүн биз исбатлап болмайбыз дейт Кумук айылынын астындагы миф асарларда бул тезкиарда ошол убакта айтылган көп кабырлар бар Кумук кабырлары да өзү юрттун тарыхый эски кабырлар мына белгилүү тездемелүү белгилүү аскерчилени пачалык улукчуланы шалкалганы буланы тукум тайпасыны сырлары бар бир сыдыра болуп бусаат биз жерлешкен жер ушу алымыздын шалкалыны баганы юук адамдарыны кабылдаган Организация Анжикала совместно с краеведом Атагиже Урзаливом осуществила очередную краеведческую поездку на территории Буйнакского района. Нам удалось осмотреть могилы шавхалов в селении Кабир-Кумук, где находилась резиденция. Также мы посетили могилу крымской принцессы, которая также была погребена в Кабир-Кумуке. Далее мы отправились к месту нахождения зиарата на территории бывшего села Капчугай. Почти все село было переселено после землетрясения селения Учкент. И, наконец, к концу мы обнаружили захоронение воинов Тамерлана. Оно находится недалеко от Шураузени, возле железнодорожных путей. Это тюркское захоронение. В настоящее время мы занимаемся поиском Капчугайской пещеры, чтобы обозреть те петроглифы, которые в ней остались. На будущее, Эльдар, вот еще Анжикала планирует проводить какие-то поисковые работы на этой территории?
Ну, что касается поисковых работ, то в соответствии с федеральным законодательством мы не имеем права производить раскопки. На это уполномочены специально обученные люди, археологи. Мы можем довольствоваться лишь пока подъемным материалом, то есть тем, что лежит на поверхности, как правило, это обломки керамики или же какие-то фрагменты оружия того времени, если, опять же, они лежат где-то на поверхности земли. Что касается краеведческих поездок, естественно, они запланированы. План подготовлен на год вперед. По Буйнакскому району сразу несколько поездок мы еще должны в этом году произвести. Также в плане есть Бабаюртовский район, Кумтаркалинский район, есть Анжикала. И мы надеемся, что попадем в течение года благополучно во все эти места, в которые наметили. Вот, в принципе, то, что касается наших ближайших планов. И это научно-популяризационная работа, главным образом. Конечно, в ней есть исследовательский момент, но основная цель все-таки донести до населения то историко-культурное наследие Кумыкской равнины, которое по загадочным причинам не выходит на государственных республиканских каналах в русскоязычной их части. На каждом этапе, когда народ оказывается в не очень простой ситуации, общество, таковы законы жизни, выделяет какую-то группу активистов, неравнодушных людей, которые где-то, может быть, даже ущемляя себя, решают проблемы общества в тех или иных сферах. В экономике, в науке или в сфере журналистики, в сфере правозащитной, в краеведческой. Здесь тот же самый случай. Есть энтузиазм, есть понимание того, что не все в порядке с исторической наукой и с историческим просвещением в республике, с историко-культурным просвещением. К сожалению, нужно это констатировать. И появилась такая потребность, вот этот недостаток, эту нишу заполнить. Это же богатейшая этнография, богатейшая история Кумыкской равнины, где мы живем. И почему-то игнорирование этого всего в последние лет 10 на республиканских государственных телерадиоканалах. То есть не в радио, не на телевидении, республиканском, дагестанском, в русскоязычной части у нас ничего не снимается и о нашей богатейшей культуре ничего не рассказывается. Мы решили этот пробел восполнить. Что касается финансовой части, пока все держится на энтузиазме. И, конечно, если в дальнейшем все наши дела будут уже более активно увязываться на меценатство, мы готовы и в какой-то степени расширить масштаб проводимой работы. Но пока надо признать, что все делается из благих побуждений, где нет какой-то корысти и нет какой-то материальной выгоды. В идеале, конечно, все некоммерческие организации должны стараться работать с меценатами, должны стараться переходить на грантовую форму работы. Некоторые республики это делают, но пока мало кто. Ну, на данный момент самый ключевой момент, ключевой компонент этой всей работы, энтузиазм, он есть, был и, соответственно, будет. Что касается всех каких-то других усилений нашей работы, то это дело наживное, с годами, с накоплением материала, с накоплением методик, это все тоже приходит. Вот то, что мы что делаем, если вам от этого есть какая-то польза или интересно, можете связаться в любое время с Ильдаром Лузаевым. И совместно мы еще можем разработать более интересные такие маршруты или что-то там. Ну, это все решается в рабочем порядке. Если речь идет об ознакомлении с краеведческим материалом, с научно-популярным материалом, он весь загружается у нас в интернет, отчет двойной о каждой поездке, довольно-таки интересный. Там есть текстовая часть, там есть видеочасть, которую предоставляет проект Атакумук. И это уже в плане какого-то первичного материала на уровне школы и даже на уровне детских садов, мне кажется, можно использовать. Теперь касательно географии. География у нас довольно широка. На территории республики находится 9 кумыкских районов. И, естественно, если с того или иного района люди, неравнодушные к кумыкской истории, находятся, мы готовы таких молодых исследователей, юных краеведов, посещая тот или иной район или соответствующее село, брать для участия в своих поездках, чтобы вся эта работа носила еще более прикладной характер. Biz Rusya'da yaşayırız. Bizim devlet, bizim dilimiz, hükümetimizin dili Rus dil. Onun için biz Rusça yazarız, tekstlendi. Biz Rusifikasyon etmeye ilanmayız. Olay onun için biz Kumukça da söyleyebiliriz tarih olsa. İ yazar zamanı Rusça, bizim auditoryamız kub. Onun için Rusça yazılar. Dolayısıyla siz aytan sizin karşılığınızı ben anlayman.
üstügüle baymayma tüyüz. Buna Qumuqçada söyləyiriz. Tarıq olsa ki, boyu Qumuqçada bulabız. Biz bu ayətəkə işimizdə Qumuqçada deyibiz, Qusçada deyibiz. Manası bir, aşağı tüğül. Şolay, sizə də barakallah. Barakallah oldu. Qarqara, məlli işinə özümə barakallah. Qarqara, maşğulallaha. Qumat idaralarından bizim işçə işləyən datımız yox. İşləyiriz.